В Шуйском районе уборка овощных культур в разгаре. Как помогла система капельного орошения, чтобы вырастить хороший урожай лука? Аграрии региона не отстают в использовании современных технологий, в частности турецкой, чтобы увеличить продуктивность урожая. Крестьянское хозяйство колхоза «Ахмед» Шуйского района также благодаря этому способу сэкономило воду и увеличило объем продукции в 2 раза. Сегодня крестьянское хозяйство экспортирует овощи во все города Казахстана, а также в Россию. Капельного орошения у нас с гектара выходит 80-85 центнеров. А был бы боросковым, не капельное орошение, с гектара вышло бы 40-35 центнеров. Ожидается, что работы по сбору урожая будут завершены в конце сентября. По традиции ежегодно принято бесплатно раздавать многодетным и малообеспеченным семьям района до 50 тонн от выручки. В крестьянском хозяйстве колхоз «Ахмед» Шуйского района начался сезон уборки урожая лука. Для данной работы приехали около 100 рабочих. Кроме того, в этом крестьянском хозяйстве пенсионерам, малообеспеченным семьям бесплатно раздают лук в немалом количестве. За это мы благодарны крестьянскому хозяйству. Дана Самаджи, Махантулиула, 77 News.